Всем доброго дня! Сегодня я хочу рассказать вам про свои адениумы, про прививки на свои адениумы. В прошлом году вот этому адениуму 5 лет я его обрезала, вот видите, в середине пенек, и сделала с этих веточек 2 прививки на свои 2 адениума. Вот видите, как прививки уже выросли за год. Посмотрите, какая ветка просто стала прям здоровенная. Листья у этого и этого адениума одинаковые. Они такие бархатистые, мясистые. А у основного адениума, конечно, листья такие более гладкие. Ну, то есть видно отличие. Ветка очень хорошо выросла, особенно вот за это лето. Сейчас у нас осень. Она прям просто вымахала. Вначале, конечно, она немножко воображала, немножко повыпендривалась, но потом все-таки решила себя взять в руки и вырасти. И на этот адениум я тоже с того адениума сделала прививку. Посмотрите, какая она стала большая. Ну, то есть она тоже изначально хорошо росла, но за это лето она просто вымахала. Видите? Следы еще, конечно, немного видны. Я так думаю, что это все подживет и все будет хорошо. Тот 5-летний адениум у меня еще ни разу не цвел, поэтому, может быть, вот то, что я прирастила, может быть, привила, может быть, самостоятельно даже и зацветет. С этого адениума я сделала прививку. Вот на этот адениум также в прошлом году я его обрезала. И решила привить вот на этот адениум. Видите? Прививка тоже очень долго стояла. Долго не развивалась. И представляете, в этом году она решила зацвести. Именно прививка. А сам почему-то адениум, я ему в прошлом году тоже немножко там подрезала. И он что-то в этом году прям у меня не зацвел. А прививка совершенно свободно сама зацвела. То есть, люди многие мне писали, что если обрезаешь адениумы, то на следующий год они не зацветут. Не верьте, это неправда. В прошлом году я все свои взрослые адениумы, семилетки, обрезала. Прям хорошо так, ну, хорошо, они были такие пенькие, полулысенькие. И в этом году, за исключением вот этого, все у меня адениумы прекрасно цвели. Единственное, нужно правильное удобрение. Удобрение и, соответственно, солнце. У меня начинают цвести адениумы где-то примерно в конце мая. Так что никого не слушайте, выращивайте цветы такие, подписывайтесь на мой канал. Мой канал называется «Мания вкуса». Ставьте лайк, пожалуйста, пишите комментарии. Всем хорошего дня!